Я хозяин автомойки. Вот враги попали на нашу автомойку и испортили весь объект. Вы сами видите, что тут творится. Все разбилось, все. Ну, живого места не осталось. Даже заходим на саму мойку, там тоже живого ничего не осталось. Я уже понял, что сюда прилетело, потому что я открывал окна, и в этот момент прилетает. Ну, я первый увидел, куда прилетел, и сразу второй прилетел. Я понял, что оно сюда вот прилетело где-то, потому что все посыпалось вокруг. И сразу выбежал. Тут у меня брат живет, я к нему побежал, потом сюда, к дяде на мойку.